Я уже привела вам несколько примеров диетического питания из жизни самых стройных и красивых звезд зарубежного шоу-бизнеса. Теперь пришло время переключиться на наших худышек. Первой знаменитостью я выбрала Ларису Долину. Именно благодаря ей большая часть слабой половины в России опробовала так называемую звездную диету. Мы сверяем по часам превращение в небеса. А я жду в твоих глазах чувство нежности, и мне верится. Нельзя не отметить, что в свои 60 Лариса Александровна выглядит эффектно. При росте 162 сантиметра вес народной артистки около 60 килограммов. Певица долгое время имела избыточный вес и почти 30 лет пыталась худеть различными способами, но ничего не получалось. Как же обомлели поклонники актрисы, когда однажды она предстала на концерте похудевшей и помолодевшей. После, давая интервью одной из крупных российских газет, Лариса Долина призналась, что она похудела благодаря кефирной диете. Такой разгрузочный метод питания разработал для популярной певицы известный в звездных кругах доктор Сайков. Главный продукт такой диеты – кефир. Его нужно пить каждый день. Однако стоит помнить, что система похудения рассчитана на 7 дней, но потери при этом значительные. Считается, что хорошим результатом будут потерянные 5 килограммов и уменьшение объема талии на 1,5 сантиметра. Итак, основные принципы диеты Ларисы Долиной. Объем потребляемой воды следует уменьшить в 3-4 раза, то есть пить придется всего по пол-литра воды в день. Перед приемом пищи обязательно выпивать по 100 граммов настоя из трав, в которые входят ромашка, календула и зверобой. Ну и последнее правило. Садиться за стол нужно 6 раз в день и при этом пользоваться правилом «после 6 не есть». Теперь перейдем к конкретному меню. Диета Ларисы Долиной предполагает 3 варианта питания. Я расскажу вам об одном из них. Первый день диеты – картофельный. В течение него можно съесть 5 отварных картофелин и пол-литра нежирного кефира. Второй день – сметанный. Здесь в меню входит 6 столовых ложек 15% сметаны и, конечно, пол-литра кефира. В третий день на тарелку можно положить 7 столовых ложек обезжиренного творога. Ну и, конечно, попивать все тот же кефир. День четвертый – куриный. Полкило отварной курицы без соли плюс кефир. Пятый день – витаминный. Здесь можно разгуляться. Следует съесть 1 кг зеленых яблок или 0,5 кг моркови, но не забыть про 500 мл 1% кефира. Шестой день – разгрузочный. Можно пить только кефир. Ну и седьмой день – выходной. Здесь положен только 1 л негазированной минеральной воды. Трудно не отметить, что диета является довольно сложной, и выходить из нее тяжело. Специалисты по правильному питанию советуют в первую неделю после ограниченного рациона вычеркнуть из списка продуктов все жирное, жареное, мучное и сладкое. А привычные до диеты порции уменьшить на 40%. Диета Ларисы Долиной очень эффективна. Впрочем, как и любая другая малокалорийная система питания. Тем более, когда необходимо сбросить вес экстренно. Похвально, что Лариса Долина, сбросив 20 килограммов, остается в форме и сегодня. Ведь главнее всего не только погода в доме, но и то, что отражает зеркало.